Я бы сказал так. Когда ты взрослеешь, тебе говорят, что мир таков, какой он есть. И твоя жизнь, старайся жить внутри этого мира, старайся не врезаться в стены чересчур, старайся жить хорошей семейной жизнью, веселись, поднакопи немного денег. Но это очень ограниченная жизнь. Она может быть гораздо шире, как только ты обнаружишь один простой факт. Все, что вокруг тебя, то, что ты называешь жизнью, было сделано людьми. Они не были умнее, чем ты. Ты можешь изменить это, повлиять на все это. Ты можешь создать что-то свое, то, чем другие люди будут пользоваться. И тогда, когда ты поймешь, что можешь ткнуть в жизнь, если нажмешь здесь, с другого конца что-то появится, ты сможешь ее изменить, слепить из нее что-то. Это, наверное, самая важная вещь. Встряхнуть это. Это ироническое представление о том, что жизнь находится там, и ты будешь просто ее жить, вместо того, чтобы принять ее, поменять ее и оставить в ней след. Я думаю, это очень важно. И каким бы образом это ни случилось, когда ты обнаруживаешь это понимание, появляется желание менять жизнь, делать ее лучше, потому что она подпорчена во многих смыслах. И поняв это, ты уже не будешь прежним.